Всем привет! Сегодня наша Вика уговорила нас на поездку. И вот мы едем. Остановились возле красивых одуванчиков. Сегодня какое-то новое место будет. Карта. Немного мы проехали. Вот. Мы уже на краю энерги земли. Вот край. Мы находимся сейчас вот здесь. Вот. А приехали мы из Эссена. Вот отсюда. Вот. Вот немножко проехали, уже край. Всем привет, ребят. Привет. Куда мы едем? Я вообще хотела. Нашла в Гугле, да? Мама. Мне. Сейчас. Я кетчуп делаю. Как тебе погодка? Ты тоже снимаешь дождик? Я художник. Причем справа еще черная туча, слева уже практически сейчас солнце выйдено. Не написано у тебя в навигаторе, где мы? Один не крутится, а все крутятся.
тебя ждет, да? Заправочка еще. Ты думаешь, это село? Мне кажется, поверните направо. Мне кажется, городок маленький. Может, городок. Следующий Гембах. Вот это. Как Гембах? Гембах. Гембах. Физиотерапия. А вон Гембах дальше. Видать, центр, оживленный квартал. Дома красивые. Поверните направо, затем поверните налево. Затем вы прибудете к месту назначения.
значения. Это мы уже почти доехали, да? Выполните разворот, затем поверните направо. Не пойму, что нас сюда привело. Может, есть какой-то объезд? Замок называется. Едут интересные камни. Такое ощущение, что здесь когда-то было или море, или дно океана. Почему? А посмотри, тут все камни круглые, отточенные. Может, просто ветер. Ветер камни до круглого состояния не точит. Не переворачиваться должен. А тут все камни. Как море их отключило. Ты хочешь сказать, это все вот так высоко? Да, это могло быть дном океана легко. А что так высоко? Ну, океан-то тоже не мелкий. А сколько там метров? Ну, Марианская впадина, по-моему, 4 километра. А ты? Тут? Да. Метров 20-30. Что, может, 20 тысяч? Какие 20 тысяч? Вон домики внизу, ты чё? Ну ладно. Говорит, 20 тысяч. Глянь, камни какие тут интересные. Жаль, такое ощущение, что тут было море когда-то. Абсолютно все круглые камни.
Я один взяла с собой. Прозрачный. Вот он переливается еще на солнце. На. Сумочку ложи. Сладко мне будет у тебя. Да. О, можно я поставлю туда телефон и типа залезу? Ну поставь, залезь. А что ты меня спрашиваешь, твой телефон? Да. Если хочешь, я тебе могу фотки поделать. Да, давай. Ну сейчас я хочу еще с тобой. Чтобы с рулем стать? Как с рулем? Кружок. А, кружок? Вам не послышалось. Чтобы вот с рулем это... стать. Послышалось. Знаешь анекдот про с руля? С руля? Нет. Боже, куда поставить телефон? Я не знаю, куда поставить телефон. Боже. Ехали Гена и Чебурашка на велосипеде. Без багажника. Ладно. Ну, Яна и посадил Чебурашку на руль. Ага. Едут они, едут, останавливает их милиционер. Говорит, говорит, снимите пассажира с снимите руля. Снимите гражданина с руля. Я не с руля, я Чебурашка. Капец. Ты что про с руля? Не, ну тут телефон стоять не будет же точно. Конечно, не будет. Корни где-то ставь. Ну, типа, да, да. Ну, все. Ура! Наконец-то! Капец. Ой, ой. Ой. А кружок твой это в сторис будет или ты кому-то в личку? Я что-то? В личку. А. Боже, быстрее. Все, смотри, Алина, круто. Думаешь, там что-то слышно на земле? Наверное. Надеюсь. Наложишь сверху. Как я сверху наложу? Не, это кружки, типа, в реальном времени, понял? А. Я устала бегать туда-сюда. Все, короче, все. Она далеко отошла. Нормально. Сейчас. Остановились на заправке. Вика пошла заказывать горячий шоколад. Уже темно, темно-темно. Мы едем домой. И ехать нам еще больше часа. Особо в темное время суток уже не снимаю, потому что плохо видно. Травочка. Ну что, был горячий шоколад? Да. Ура! Кого взяли? Тут вообще автомат такой шикардосный.